все льется. Да. И не только, слышу, он уже оттуда понесло. Да ладно, еще да. И сбоку. Да. Ребята, только поглядите, что происходит. Я случайно услышала, что началось все справа просто чуть-чуть подтекать, а тут теперь со всех трех этих льется с бешеной силой. Так, не знаю, как это надо. Просто, ребята, это что-то. Первый раз с таким сталкиваемся. Я стою, а подо мной вода. Посмотрите, ребята, я в шоке. То есть все сейчас вокруг туалета, оно все в воде. Даже не поняла, что я оказалась в воде.